Всем привет, мои дорогие зефирки! И это видео «Лучший пэт 2015 года». Давайте же представим пэта лучшего пэтшопа 2015 года. На данный момент лучшим пэтом 2015 года стал Джонни. Характер. Мужественный, добрый, ненавязчивый. Семья. Отроду богатая. Интересы. Любит ходить на концерты рок-группы. Также любит кататься на скейте и обожает мороженое. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Кристина ЛБСМР. И всем пока. С вами была Кристина ЛБСМР.